Миреша, ну спой, стоп, стоп, стоп. Он все кричал, что новый мир построит. Он был ничем, но так хотел быть всем. Мечта сбылась, он мир в себе устроил. А что до всех, он сделал всех ничем. Он сделал все, чтоб жизнью наслаждаться. И наслаждение это охранять. А кто на этом вздумал покушаться? Того стрелять, стрелять, того стрелять. Гнила в тюрьме беззубая свобода, а он ее с трибун превозносил и так ушел от своего народа. Как ни один монарх не уходил. У монархов жизнь была, пожалуй, что похуже. Одних восстаний так не пересчитать. А тут восстаний подавлять не нужно. Не жизнь, а рай, ну просто благодать. Но ведь восстаний тут подавлять не нужно, потому что полный единодушие. Не жизнь, а рай, ну просто благодать. Так думал он в кремлевском кабинете. Ой, вру. Ну а народ, ведь с ним что хочешь делай. Он, знай, кричит, да здравствуй, ура! Единство с ним очень выгодное дело. Ведь кто твой враг, тот у народа враг. Народ и партия едины. Да, единство очень выгодное дело для некоторых товарищей. Ведь кто твой вечный враг, тот и всему народу враг. Так думал он. В кремлевском кабинете, так думал он, сходя на мавзолей, и с мавзолея призывал к победе толпу в конец задроченных людей. Но он кричал, что новый мир построит, когда ничем был, ой, ну так хотел быть всем. Ну что ж он встал и мир себе устроил. А что до всех, он сделал всех ничем. Я с детских лет страдаю аллергией на вид трибун и лозунги с ура. Я свой народ люблю, люблю Россию и точно знаю, кто народом враг. Я свой народ люблю, люблю Россию. Точно знаю, кто народ. Ну что, стоп?